и в сегодняшнем видео, ребятки, я буду таксовать в своем же таксопарке. Где сейчас Ромчик виндет на Порнхабе? Оу, ля-ля. Мне нравится. Я подъезжаю уже ко второму клиенту, и сейчас мы с вами попробуем с ним кое-что провернуть. Так, давайте отправим то же самое ему. Добрый день, вам куда? Здорово, здорово, здорово. Сейчас будет что-то типа вангую. Офигеть, только с матами. Разгоняемся с пути. Просто вот так вот, смотрите, ребятки, я лечу, и прямо через секунду он окажется уже возле своего... возле своего ТК Бусаева. Вот так вот делаем, хоп, хоп, хоп. Потом делаем вот так вот, еще вот так вот делаем. И потом еще вот так вот делаем. И хоп, и он уже здесь, а прямо на тачке. Чисто на чили с пацанами, чисто на расслабоне. Всем WhatsApp, с вами я, Рома, и в сегодняшнем видео, ребятки, я буду таксовать в своем же таксопарке. Да, как вы знаете, я недавно прикупил себе Яндекс.Такси, и сегодня я хочу на ней потаксовать, как обычный игрок, и при этом я буду делать всякие интересные штуки приколюхи, например, буду выезжать на встречку, или буду очень медленно ехать, а в каких-то случаях я буду просто конкретно тупить и специально не довозить до места назначения. Но вы не волнуйтесь, все игроки получат вознаграждение денежное за свои, так сказать, мучения, ребятки. Может, кто-то меня узнает. Будет, в общем, очень интересный видеоролик. Обязательно прямо сейчас бери что-нибудь вкусненькое из кухни, и мы начинаем. Погнали! Ну что же, подъезжаем к Яндекс.Такси, вот он, город Южный. И, ребятки, давайте поедем на обратную сторону вот как раз-таки этого здания. Вот здесь где-нибудь парканем наш топовый Макларен, который я выбил в прошлом видеоролике. Кстати, если ты его еще до сих пор не посмотрел, то прямо сейчас кликай по подсказке сверху. Ну а я пойду возьму уже тачку, и мы с вами начнем наш маленький веселый эксперимент. Подходим к аренде транспорта, выбираем транспорт компании. Как видите, ребятки, у нас по-прежнему остались те мерсы для новичков. И также у меня тут есть целых 5 или даже 6, да, 6 Camry 3.5. Они уже доступны со второго ранга, то есть с опытного. Ребятки, также у нас появилась система повышений. Я об этом уже не стал рассказывать в том видео, потому что она появилась после него, как вы понимаете. Ну и также я каждый день ежедневненько пополняю автопарк. У нас уже есть заместители, есть система. То есть, чтобы вам повыситься на второй ранг, именно опытный, вам нужно, конечно же, ребятки, сделать 25 выполненных заказов. То есть, у вас должен быть навык 25. И также вам нужно еще 50 тысяч заму дать. Ну а на третий ранг вы даете 100 тысяч и, конечно, 50, ребятки, выполненных заказов, так что обязательно работайте, потому что в скором времени я добавлю сюда очень крутые тачки для третьего ранга, и также там, конечно же, вы сможете подняться быстрее, заработать больше, так как, ребятки, конечно, тачки быстрее, да и всякие плюшки для рангов, конечно же, никто не отменял, там и больше процента заработка, соответственно, ребятки. Итак, давайте все-таки возьмем Camry 3.5. Вот, она взялась. Отлично, ребятки, вот такая вот сосочка, не зря я все-таки ее взял. Я даже не беру тачки по каким-то скоростным соображениям, я их беру просто потому, что они мне нравятся. Ну, за исключением мерсов, потому что еще до этого видео я не знал, что, ребятки, в принципе-то можно брать любые тачки с автосалона, даже если их нет в наличии. Так, у вас новый заказ, принять. Так, данный заказ уже кто-то взял, так, берем следующий. Так, смотрите, 980 рублей стоимость заказа, в принципе, принимаем. Так, к нам уже кто-то сел зачем-то. Так, но данный заказ уже тоже кто-то принял. То есть их, видите, как быстро разбирают, ребятки, нужно прямо сейчас хвататься за заказы. И, в принципе, ребятки, очень-очень быстро и эффективно на это реагировать. Все, я успел словить заказ, ребятки, в принципе-то. Он находится у нас в Бусаево. Это значит, что чувак, скорее всего, играет на кладоискателе. Ладно, отправляемся скорее туда уже. И, в принципе-то, мы сможем с вами успешненько уже его немножечко так пранкануть. Я подъехал непосредственно к своему клиенту, ребятки. Он уже все спалил в чат, в випку. И, в принципе, ребятки, походу, он меня знает. Давайте спросим его. Так. А, ну да, он меня узнал. Я так и думал. Добрый день.
Вам куда? Так. Добрый день, вам куда, собственно, ребятки? Сейчас он офигеет. Давайте мы сами туда тэпнемся, втыкав Батырева, да? Так, 344 ID у него, смотрите, какую мы штуку делаем сейчас. Это будет самое быстрое в мире, мать его, такси. Ну ладно, сейчас, смотрите, get here, 344. Во. А где тачка? Быстро. Блин, получилось без тачки, к сожалению. Ебать, он меня тэпнул в ТК Батырева. Они там вообще офигевают в этом вип-чате, ребятки. И сейчас, походу, пойдут работать ко мне в такси. Блин, сейчас просто такой ажиотаж. Так, сразу новый заказ, хоп-хоп. Быстренько принимаем, заказ недействительный, но как всегда, в принципе. И уже сейчас мы с вами проверим другую штуку. Где сейчас Ромчик Виндетта на Порнхабе? Оу, ля-ля. Мне нравится. Мне нравится. Да блин, я не успеваю брать заказы. Все такие активные в компании, капец. Я подъезжаю уже ко второму клиенту, и сейчас мы с вами попробуем с ним кое-что провернуть. Так, давайте отправим то же самое ему. Добрый день, вам куда? Здорово, здорово, здорово. Сейчас будет что-то типа вангую. Офигеть, только с матами. Так, он поставил меточку. Куда это он меточку поставил? Так, он поставил меточку также в ТК Батырева. Так, хорошо. Пристегнитесь, потому что мы поедем со скоростью 10 км в час. Смотрите, пристегнуло ремень безопасности. И фига, вот это у него отыгровочка. Так, поедем, в принципе, с такой скоростью. Интересно, что он скажет. Но мне кажется, реакции как таковой не будет, потому что надо искать челиков, которые, то есть... меня не знают. Комфортно как тут. Да ты чё, парень, балдеешь, да, там... Опа, опа, смотрите, какой авторитет у нас сидит. Так, отлично, главное, что ему нравится. Смотрите, что он пишет, пока на расслабоне. На чили, да, Джиган у нас, ребятки, в тачке, за это прям лайкусик. Очень позитивный видосик такой получается, надеюсь, вам нравится. Вы торопитесь? Ну да, можно было побыстрее бы. Так, хорошо, как скажешь. Так, как скажете... И поедем еще медленнее. За одну секунду хочу. Да, ребятки, у нас тут не в этом суть, то что мы одно какое-то действие делаем. Мы, то есть, будем это все, ребятки, конечно же, миксовать. И будет, я думаю, очень интересный видосик. Чем быстрее, чем больше чай. Да, ну тем. Ребятки, нет, мне чай сегодня не мотиватор. О, нет. Да я не знаю, что-то с движком. Надо вашему таксопарку в СТО съездить. Да в принципе он как-то мне подыгрывает, это все не очень интересно, поэтому разгоняем все спиды и просто вот так вот, смотрите, ребятки, я лечу и прямо через секунду он окажется уже возле своего, возле своего ТК Бусаева, вот так вот делаем, хоп, 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 потом делаем вот так вот еще вот так вот делаем и потом еще вот так вот делаем и хоп, и он уже здесь, а прямо на тачке. О, в этот раз, кстати, получилось. Так, надеюсь, чай будет... соответствующим. А, я понял, почему тогда не получилось, потому что он из тачки вышел. Это что за хуйня? Фига он охренел, ребятки. Так, все, мы получили деньги за заказ, и также он оставил мне чаевые в размере, блин, 1000 рублей. Да ты волшебник, да, ребятки, да. Он мне еще 10к накинул, бро, не, это я тебе должен за неудобство накидывать. Но, в принципе, он останется доволен. Давайте ему 25к дадим и просто скроемся быстренько, хоп-хоп-хоп. Так, в принципе, он где-то заработал 15-ку. А, так, не понял, все, уезжаем, уезжаем, ребятки, не будем. Ха, он рил тэпнул и 25к дал, да, ребятки, самое прикольное, что они не знают, что я вижу все в этот вип-чат и думают, что они между собой это обсуждают, но на самом деле это видите все вы и я, и это очень корешно на самом деле. Охуенно такси, рекомендую Рому, да, ребятки, заказывайте только Яндекс.Такси. Я ему на чай дал 15, а он 25, таксисты не... зарабатывают, что верно, то верно, ребятки. Я уже нахожусь на спавне, вдруг здесь кто-то сядет. О, заказ пришел, так, давайте попробуем его словить.
Так, Ярик Милиан, извиняюсь, если неправильно прочитал. Так, и находится он у нас где-то недалеко. Кстати, в салоне премиум-класса. Отлично. Отправляемся туда, ехать всего лишь на минутку. На нашей несомненной Camry 3.5 готовы погибать. Так, отправляемся. Все, погнали. Да блин, почему это опять VIP-чат? У меня Роман Вендетта заказ принял. Капец. Они сейчас все тут между собой это обсуждают. Ну ладно, тем прикольнее, в принципе. Я не знаю, может в следующий раз стоит записать это на каком-нибудь фейковом аккаунте, то есть, ребятки, где меня никто не знает, и тогда будет намного интересней. Как вы думаете, если хотите такое, то обязательно пишите это в комментариях, также ставьте лайки. Я запишу такое, если мы наберем 500 лайков, ребят. Подъезжаем к нашему клиенту, вот он, Ярик, и присаживайтесь. Так, найдем нашу команду. Так, добрый день, вам куда? Здорово, здорово. Так, давайте-ка, ладно, не будем палиться, хотел его вылечить, но сейчас подождем. Так, он отметил на карте. Так, это где? Это у нас салон низкого класса. Мне, пожалуйста, в больку. Так, ты отметил салон низкого класса. Интересный чувак. Я первый день. Это где? Блин, он мне стал давать по косарю и дал уже 4. Офигеть, он, видимо, просек тему, я не знаю. Давайте попробуем сейчас исполнить следующий мой трюк, который я хочу на этих съемках, так сказать, осуществить. Так, больница Арзумас. Ну да, конечно, Арзо. Сейчас я буду ехать просто по встречке, ребятки. Буду это делать с огромной скоростью и посмотрим, что вообще будет. Оу, встретил какого-то мотоциклиста. Оу. Вот так вот мы Камри с вами стопорим. Смотрите, он аварийку включил. Я первый раз вижу, чтобы так отыгрывали РП. Слышь? Слышь? Так, слушаю. Прикольный чел. Внимательно. Откуда у него Камри с таким скином, я не понимаю. Слушаю внимательно, что ты хочешь? Ты зачем по встречке хуяешь? Кто мне ремонт оплатит? Ты? Ты же виноват. Посмотрите на это ДТП, моей Камри просто капец. Ты превысил, а ты по встречке гнал. Не, ну у него тачка нормальная, что-то он скин себе не купил. Так, чё ты дерешься, я тебе сейчас... Конфликт замят. Это еще почему? Ты мне денег должен. Так, ну он свалил, в принципе. Тут какой-то бомжик подбежал и что-то хочет от меня. Так. Вопросы? Нет вопросов. Наш Ярик, наверное, сейчас сидит и думает, когда же, наконец-таки, я уже, блин, доеду. Мне уже надоело. Мы находимся буквально в нескольких метрах, но, конечно же, мы разворачиваемся и едем в другом направлении. Как же без этого? У меня есть идейка. Я проезжал и увидел целую колонну тачек. И сейчас будет просто мясо. Вы готовы, пацаны? Это просто токийский дрифт. А чё она не подрифтовывает? Ну всё, испортила. Ладно, газуем, ё-моё, газуем. Похер, что красный. И вот так вот в этот конвой. Бам! Просто вот так вот, ребятки. Куда прёшь? Куда прёшь, болван? Кто мне ремонт оплатит? Ты добрым должен быть. Должен, да что-то вот не так. Ты врезался нахер. Это ты так ебал тут? В смысле? Ты чё куришь? Мой кошара тоже хочет видеоролик. Видите, ребятки, мявкает. Так, давайте посмотрим, что он нам там написал. Так. Вендетта, ты совсем ебался, мы стояли, говорили. Где? Пизда тебе, Вендетта. Ах, он злой какой, негодяй. Так, ну хорошо, в принципе, продолжим диалог.
Я не такой конфликтный человек. Понимаю. Ладно, на самом деле, это розыгрыш. Вы почти адекватно среагировали. Так, давайте им дадим по 25 кусков. Я думал, тебя взломали. Да нет, бро, они задолбаются это делать. Так, ну вот этот челик меня дэмил, но в принципе это ладно. В принципе, простим, любой бы на его месте, наверное, поступил бы так же. Я думаю, на этом хватит сегодня покатушек на такси. И, в принципе, перейдем уже к концу этого видеоролика, ребятки. Чисто на чили с пацанами, чисто на расслабоне. Если видео вам понравилось, прожмите вот такой вот лайкусик, ребятки. И не забывайте, конечно же, работать в Яндекс.Такси, потому что с каждым днем я все улучшаю. Автопарк, ранги, повышения и тому подобное. Нанимаю заместителей, в общем, очень классную систему делаю, ребятки. Сейчас мой автопарк далеко не первый и не идеальный, но с вашей помощью и, конечно же, с моим трудом мы сможем вместе с вами его раскачать до самого топового уровня. Я надеюсь, вам понравилось. Так что, если вам это действительно понравилось, подпишитесь на канал и прожмите, конечно же, колокольчик. Ну и не забывайте писать в комментариях, какая реакция вам понравилась больше всего. Ну а я с вами не прощаюсь. В конечной заставке еще куча интереснейших роликов. Увидимся там.